Уже 29 лет фестиваль «Обильный край благословенный» является главной площадкой для самодеятельных коллективов. В этом году главной темой стало 85-летие Оренбургской области, а также юбилей Оренбургской губернии. Именно поэтому большинство номеров были поставлены на основе материала, собранного в нашем регионе. Музыкальные и хореографические композиции об истории и культуре народов Оренбуржья. И уже по традиции массово на фестивале представлено творчество казаков. Напомним, что фестиваль проходит на 16 площадках по всему Оренбуржью. Лучшие исполнители на протяжении 3 месяцев проходили отбор. Имена лауреатов станут известны 20 апреля. Гала-концерт состоится на сцене областной филармонии. Отметим, что в этом году будет вручена дополнительная премия имени Ренева за лучшую режиссуру концертных программ зонального этапа.